культуры как центр притяжения. В поселке Горки 10 начало строительства ждали давно. Работы идут по графику. Строительство Дома культуры в поселке Горки 10 в самом разгаре. К концу мая здесь будут завершены работы по строительству фундамента и подвальных помещений здания. 6 тысяч квадратных метров, спортивные площадки, кружки, творческие мастерские, концертный зал. Руководители уверены, 100% загрузка обеспечена. Давно мы ждали этот Дом культуры, и мы с вами сейчас видим, как он растет буквально на глазах. Хочу сказать, что зима позволила нам провести все работы, связанные с обустройством котлована. Котлован очень сложный, из трех этапов. Здесь попали на подводные воды. Сейчас проектировщики разработали систему отвода, создали дренажную систему. И вы видите, что уже строители залили более 500 кубов бетона. Первая часть уже практически готова. В целом весь фундамент будет залит в объеме 2000 кубов. Это 50% от строительства всего Дома культуры. Это не первый объект на территории Горок Десятых, который возводит строительная компания. В прошлом году был сдан детский сад. Его удалось построить в рекордные сроки. Вот и в этот раз все под контролем. И даже к сюрпризам грунта специалисты оказались полностью готовы. Красивые будут здания, поэтому есть много архитектурных элементов, которые требуют продолжительности заливки. Здание будет не только красивое, но и функциональное. Владимир Горяев рабочий день начинает с этой строительной площадки. Объект серьезный, ошибок быть не должно. У нас была проблема номер один, это вынос существующей теплотрассы. Денис Валерьевич, работы завершены уже? Да, в полном объеме. Да, то есть сейчас теплотрасса вынесена. Какой этап следующий? То есть я знаю, что вот эти стены подпорные все существуют. Что с этим участком котлована? Делается грунтовая подушка, уплотняется и приступаем к монолитным работам. К концу мая будут завершены работы по фундаменту. У строителей будет еще 7 месяцев, чтобы возвести здание нового Дома культуры. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».